Вместо соления и варенья – конопля и марихуана. Житель Лангепаса в своем гараже выращивал, готовил и хранил наркотики. Теперь уже обвиняемый сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса оборудовал в погребе теплицу, где поддерживался микроклимат для культивирования наркосодержащих растений. Репортаж Антона Сазонова. Все это зло не что иное, как уже готовая марихуана. Конопля, измельченная на бытовом миксере, использовалась для курения с помощью различных приспособлений. Кажется, что полиция устроила облаву на магазин «Флоры», где выращивают табак. Удобрений очень много, горшков с землей. Рассекретили такое предприятие оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков Лангепасской полиции в ходе разыскных мероприятий под эгидой операции «Изъяты». Один куст еще растет, конопли, затем измельченное вещество изъято и изъяты уже части наркосодержащего растения, которые еще находятся в горшках, более 20 штук. Владелец всего этого Владимир, мужчина, явно не ожидал, что в его подпольную кухню нагрянут люди в форме. Ваш гараж? Мой гараж. Да, мой гараж. А вот культивировали растения типа не вы? Yeah. Для чего? Можете для употребления. Запасы у мужчины внушительные. Еще бы вместо погреба теплица со специальными датчиками, которые поддерживали микроклимат для качественного и быстрого произрастания конопли. Кустарный, а может и вправду биолог, пустился во все тяжкие, похоже, давно. У него и оружие имелось. В ходе задержания изъяты 2 гладкоствольных ружья, на которых нет никаких документов. Обвиняемому грозит привлечение к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса за хранение и культивацию наркотиков плюс штраф за огнестрельное оружие. Антон Сазонов, Алексей Маринченко, Вести, Югория, Лангепас.